То есть задача какая? Он мне накладывает на тело шашку, ведет ее. Давай. Я это напряжение принимаю, потом мне нужно расслабиться и переложить на плоскость. Выше. Грудь. То есть задача какая? Чтобы она легла на плоскость. Потом по косой. Мы делали с острой катаной. Я понимаю, но у тебя свобода должна. Сейчас мы с телом пока работаем. Потом, естественно, ну отойди немножко. Мягче. Делай. Потом никто не будет на тело. Да, то есть потом уже не обязательно до тела допускать. Идти не хочется. Но сначала мы даем в тело, да, то есть вот она пришла, мы расслабились и положили ее на плоскость. На грудь то же самое. На грудь кажется, что сложно. Но если мы будем уходить в этой точке, мы не уйдем. Мы запустили напряжение. Где у меня сейчас реально эта шашка? Лопатка, да? И если я там в лопатках ее отпущу, то здесь она упадет на плоскость. Если я буду здесь, еще раз, если смотрите, я буду здесь ворочать, видите, вот то, что говорят там, сбросить, да, там, плечами. Вот я, видите, здесь сбрасываю, не сбрасывается нифига. Потому что она уже зашла куда? В спину. Дави. И вот если я сейчас в спине, вот там ее бросил, то она сбрасывается. Поэтому здесь внешняя форма немножко не соответствует реальному движению. То есть реально я ее, кажется, что здесь сбрасываю, а сбрасываю я ее там. И потом, когда он делает это движение, я его забираю и сбрасываю там до того, как оно ко мне пришло. Правильно? На несколько шагов отойди, так сделать нормально. Еще раз. То есть если мы научимся из себя это движение отдавать наружу, то потом, зная это движение, мы можем его воспроизвести до того, как оно к нам пришло. Но по сути мы что делаем? Мы отдаем то напряжение, с которым он к нам идет, правильно? То есть он к нам идет с напряжением, мы это напряжение взяли и отдали ему обратно. А потом взяли совсем рано. Поехали, попробуем.